С 15 по 18 октября в столице Удмуртии проходил международный хореографический фестиваль «Танцевальная мозаика». В Ижевск съехались более 300 участников из городов России и зарубежья и соревновались в таких номинациях, как «Народный танец», «Эстрадный танец», «Современная хореография» и «Фристайл». Наш город в составе 4 групп разных возрастов представлял ансамбль «Виктория». Около 100 нефтекамских танцоров показали себя в 4 номинациях. Международное жюри, в состав которого вошли авторитетные хореографы и педагоги из Казани, Москвы и даже Болгарии, высоко оценило уровень мастерства «Виктории». По результатам фестиваля нефтекамские участники во всех номинациях завоевали первые места и гран-при конкурса.